разберем такой удар, как Супермен Панч. Этот удар очень эффективный, зрелищный. Многие, наверное, видели, как в боях он выглядит. Сейчас я покажу, как он выглядит, а затем мы разберем технику его выполнения. Смотрим. Вот вы двигаетесь, двигаетесь. Просто выполняю. Раз, пробили. Смотрим. Во время этого удара у нас работает толчковая нога. В данный момент меняется левая нога. И маховая, которую я отталкиваюсь и пробиваю. Смотрим. Для чего мы выносим колено вперед? Для того, чтобы приходить своего соперника. То есть я накидываю или тип накинул, накинул лоу-тип, затем делаю мощный замах, и во время этого, у нас же смешанные единоборства, и во время этого соперник на это реагирует. Или он пытается, пробей лоу-тип, подхватить ногу и зайти в борьбу. Или же просто уйти в защиту. Раз в защиту уходит. А я его здесь немножко обманываю. Я работаю. Лоу-тип. И здесь я выношу коленко свое и резко замахиваю и выношу правую руку. Здесь задается вопрос, откуда сила в правой руке? За счет левой. То есть во время удара вы должны немножко вывести левую ручку и резко параллельно выбивайте правую. Смотрим. Этот удар нужно выносить так, чтобы соперник его не видел. То есть я двигаю, раз накину, и здесь я резко, оп, сразу захожу. То есть не должно быть такого, раз занести, и он его уже прочитал. То есть такого не должно быть. Сразу, раз накинули, оп, сразу. Левая ручка чуть вперед ушла. Замахнул и правой ручкой. Во время этого удара чуть-чуть выше подстрелил. То есть удар наносит сверху вниз. Раз накинул, раз, чуть выше подстрелил, стоп. Еще этот удар.